Димон, какой 25 вагонов? Мы едем в Нижний Новгород, скажи. Пап, хватит уже, сейчас поезд уедет. Какой на раз? Именно мы в Нижнем Новгороде. Макс. Макс. С нами легендарный ЦУМ. Так весело. Один в телефоне, другой в окно смотрит. Мы ждем свой первый завтрак в Нижнем Новгороде. Надеюсь, он будет прекрасным. Макси, расскажите ваше впечатление. Дайте посмотреть вокруг, скажи. Дайте посмотреть вокруг. Хватит, отпусти. Пара-па-па-па. Максик, расскажите ваши впечатления. Я Максим. Очень приятно. Кабиночка. В прошлый раз мы тоже зимой тут катались. И тоже было холодно. В добрый путь. Ой! Смотри, Макс, полетели. Классно? Смотри, мы летим. Вставай, к окошку смотри. Я сижу. Макс, смотри. Красота, вау. Круто? Круто. Красота. Лепота. Снежная гладь. Снежная гладь. Ага. Папа. Бронетранспортер БТР 16 тонн весит. Скорость 80 километров в час. Ба-ба-ба! Ба-ба! Ба! Ба-ба-ба! Ба! Куда поехали, товарищи?
Что вы думаете о Нижнем Новгороде? Ничего. Максик только проснулся. Пойдем, Макс, посмотрим. Смотри, какой там вид. Вид красивый. Красивый! Ждем вас. Посмотри, Макс, какой вид. Красиво? Да. Титаник. Я тут. А меня кто поймает? Ловите. Ладно, сама. О, колени. Легендарная скаловская местечка. 1001 ступенька. А вот это Кремль, Маша. Вы кстати, старый кирпич тут построили. Древний. Древний. Есть у вас? Есть. Давайте суть свои денежки. Сколько надо денежек? 30. 30? Нету. Что, 30 рублей? Не знаю. Ну, сумма 30 рублей есть. Что тут нарисовано, Макс? Вальяжная такая поза. Двухэтажный автобус, да, Макс? Да. Классный? Ты что-нибудь такое играл, двухэтажный автобус? У меня такой есть. Я зелень году двухэтажный.
Пару слов о вашем возвращении на родину, Максим Дмитриевич. Комментарии будут какие-то по ситуации? Что? Хватит. Как себя потешить? Хватит путешествовать по Росатке. Вот мы прибыли в Москву. Все очень довольны. Не надо. Такси подешевле нам не надо. Мы добираемся на метро. И в 6 утра. Повернулись и идем в метро. Отличная была поездочка. Жаль, что быстрая. Но хорошая. Нет никакого такси в ближайший год. Да. Только метро. Никаких точек, никаких всей. Камера хранения слева. И не причикивается. Настя, он шутит, блядь.